Всем привет! Сегодня снова на рыбалке. Это Волга. Это один из пляжей Московской набережной. На бетонке сидеть неудобно, потому что ноги находятся под углом, потом ноги болят. Ну и сама бетонка на данный момент, она еще не прогрелась, она холодная. Все это дает, опять же, по ногам. Ну, так вот не хочется мучиться. И выбрал место на пляже. Здесь песочек, берег достаточно ровный. То есть грунт, все хорошо, удобно. Вот есть небольшая ямка, посмотрел по Сусанину, сейчас промерился, фидер пока запулил с пустой кормушкой, насадил опарыш, в общем, закинул, и сейчас буду мешать прикормку. Вот обычно делают, сперва мешают прикормку, потом закидывают фидер, но я бывает делаю наоборот, сперва закидываю пустой фидер без корма, естественно. И стоит он у меня как бы в режиме ожидания. Ну, бывает, и рыбка сразу клюет. То есть уже стоишь и будешь визуально смотреть, есть у тебя рыба на точке, либо нет. И потом принимать какое-то решение, там, добавлять опарыша, что-то еще, какие-то дополнительные ингредиенты вводить. Вот. Ну и опять же, какая рыба будет. Если лечь, там, ароматику одну, густюра другую и плотва другую. Ну, в общем, вот так вот. Как бы такие небольшие заморочки. Вот, рыбалка, наверное, сегодня будет тоже опять короткой. Сейчас время 6 часов. Там ближе 12-13 часам, в общем, к обеду, к полудню. Обещали дождь, не знаю, что будет. Замечу, сегодня буду прикормка компании F-Fishing. Это течение, прикормка черного цвета. Прикормка фидер анис желтого цвета, тоже компания Fishing. Пакеты у меня наполовину пустые, я как-то видюшку уже снимал, поэтому будем сейчас пошли первые поклевки, сделал 5 кормушек, забросил стартовый закорм, и сейчас потихоньку тоже сделаю перезаброс и уже в прикормку кладу щепотку живого опарыша. Многие опарыши перетирают там на этой накруше, ну, такая штука, там подергал, а все это в пыль перетерлось. Вот, ну что-то я до этого пока не дошел, ну не знаю, жалко мне его, что ли. Вот такая, ну, такая биомасса будет противная, ну, как-нибудь попробую. Вот, а в общем, щепотку беру просто в кормушку, раз кормушку, раз немножко забил, кладем опарыша и сверху опять пробку, все это забиваем. Сейчас покажу, тоже дает хороший результат.
рыбу хорошо ставить на точку. Поршневый трос не тронули. То есть берем, как просто, делаем пробочку, берем нашего опарыша, сверху раз щепотку, вот так вот, щепотку опарыша, и сверху опять пробочку делаем, вот так вот трамбовываем. Можно трамбануть посильнее, потому что опарыш сейчас двигаться начнет, кормушка попадет в воду, начнется процесс распада. И все это начнет двигаться. И то есть вот этот момент, он очень хорошо привлекает рыбу. И также пока сижу, брызгаю спрей Fishing, мотыль. Попробуем, будет он в холодной воде у нас работать, не будет. Но мотыль должен работать. Недавно я сорожку ловил. Отработал достаточно хорошо. Сейчас попалась вот такая гусерочка, небольшая, с ладошкой, всего 20 сантиметров. Ладно, берем, как говорится, первый трофей. Сейчас вот рыбу как бы на точку поставил, но поклевки такие, как сказать, не особо такие жесткие. Вот кормушка сама на дно упала, и пока еще поводок сантиметров 60-70 где-то вот такой, пока поводок еще опускается, вот в этот момент идут поклевки, тынь-тынь, все, продолжения никакого нет. 5-10 минут держал, в общем, все бесполезно. Вот опять вытаскиваешь, кормушку забиваешь, опять заброс, опять тынь-тынь. Все, больше продолжений нет. Интересно такие поклевки, но пытался забить минимальное количество корма, то есть не сильно трамбуя, сразу заброс, тык-тык, тычок, сразу подсекал. Ноль. Результата нету. Ну, видимо, просто вот дергает за кончик. Попалась еще такая густерка. И он каша прет. Питается, сейчас активно питается. Вот сейчас будем ловить. Вот я ее на точку поставил. Я говорю, поплевки идут, тынь-тынь. Сейчас хороший такой тычок был. Вот рыбка начинает укрупняться, уже сорожка такая побольше попалась. Движение идет. Красавица. Ну, все, походу, либо самочка, либо икромет уже прошел, потому что рыбка не шершавая. Ну, обычно самец только бывает шершавый.
Вот. Все, движуха пошла у нас. Поклевки почти не было. О, уже крупнее чуть. Пару что я делал, делает, уже рыбка покрупнее пошла. Вот такая. Вот он. Движуха есть. Сейчас будем также продолжать опарыша. Кормушку сыпать. Куда пошел? Вот. Вот так вот первый подлещик. Красавец. Использую кормушки 60 грамм Вегас. Почему использую такие? То, что вот пластик мне нравится, то, что пластиковые кормушки, они всплывают намного лучше, чем металлические. Ну, металл не оснащен крылышками. Вот, в этом плане. Кормушка хорошая, корм очень хорошо отдает. Ну, в принципе, по отдаче корма, это как корм замешается, если вы сделаете его при продергивании кормушки, а если вы забьете пластилин, то он также и останется в кормушке. Ну вот, кормушки такие вот хорошие. Ну, всегда, в принципе, можно приспособиться под силу течения. И вот 60-70 грамм считаю оптимальными. А ниже ГЭС я бываю очень-очень редко, там кормаки уже идут 100+. Вот. Грунтозацепами и все прочее такое. Не люблю сильное течение, хоть и рыбы там есть, да, есть. Есть. Оп, бровка. Опа. Сейчас вот бровка прошел. Что-то есть. Восторка, скорее всего. Или сорос. Вот попался еще такая рыбеха. Куда пошла? Ну, густерочка. Хорошая, вкусная рыбка.
попалась еще маленькая густерка. Такая вот мелочевка, постоянно она долбит. Микротычки, они идут, их видно. Походу уже начало окончательно портиться. Ветер поднялся, что такой порывистый, сильный, еще и холодный. Юго-западный где-то такой. Вот, уже все затянуло. Там все затянуло. И вот облака начинают пучковаться уже. Наверное, скоро дождь будет, как и обещали, к часу. Вот. Надо, в общем, собираться домой. Сегодня использовал ароматику. Компания Fishing, это мотыль, корица. Работают замечательно. На мотыля поклевки бывали такие, что сразу после падения корица немножко как бы небольшая задержка есть. Ну, до рыбы тоже встает, долбит. И вот использовал эти два пшика. Прикормка Fishing течения и Fishing. Фидеры, они, ну, по рыбе так пока печально, не особо, вот, ну, несколько густерок, сорожка, ну, и даже ёжик попался, что интересно, ёжик-то на опарыша больно не берет, ну, видимо, очень голодный был, как-то вот так вот, в общем, все, это был пляж, городской пляж, место хорошее, удобное, под ногами песок, ну, то есть ровный берег. И что интересно, народу пока нет, никого купающихся, имею в виду. Там кто-то зарядку делает,